Всем привет! Сегодня приготовим оливье с курицей. Для приготовления нам потребуется 1 свежий огурец, 1 морковь, 3 картошины, 2 куриных яйца, домашний майонез, горошек, зелень укропа и петрушки, куриная грудка, соль, перец по вкусу. Берем небольшую кастрюлю, ставим ее на огонь, кладем картошку, морковь, заливаем водой и варим до полной готовности. Берем еще одну емкость, наливаем воду в нее и кладем вариться яйца. Овощи с яйцами сварились, пока отставим их в сторону и будем варить куриную грудку. Подсаливаем немного воду и кладем грудку. Овощи остыли, очищаем их от кожуры. Очищаем половинку лука. Вареные яйца вкрутую тоже очищаем. Берем удобный тазик, в котором будет у нас лежать оливье, и нарезаем овощи кубиком. Все овощи нарезаны, к этому времени у нас сварились грудки, и их нарезаем также кубиком. Солим и перчим по вкусу. И перемешиваем. Всыпаем сюда нарезанный лук и приправляем майонезом. И снова перемешиваем. Салат оливье с курицей готов. И сейчас покажем один из вариантов, как можно украсить и подать готовое блюдо. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал и ставьте пальчики вверх!